Это вот водопад Кайрахский. Мы шли с Альфом где-то около 2 часов. Длина трека 7 километров. Вот. Мечта отстала. Ну да. Это вам не фитнесом заниматься. А вокруг такая красота, что не приснилось вам. Вот он, Кайрахский водопад. Такой мощный, красивый. И, в общем-то, легкодоступный. Иди, Аш, иди. Пошли. Вот, бычок качается, дыхает на ходу. Ох, досточка кончается. Сейчас я упаду. Вот мы и вернулись.